Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня мы будем выполнять ваши задания из комментариев. А выбирать мы их будем с помощью рандомайзера. Вот такие 20 заданий мы отобрали. Теперь узнаем, какое будем выполнять первым. И это задание под номером 6. О, покажите, как Алиса играет с котиками. О, это интересно. Нет, не хи. Ну, залезла туда. Пупси, наверное, поиграть хочет с кошечкой. Да. Пуся! А что она сказала? Ты знаешь, Пупс, я сама не всегда понимаю. О, как мило! Любишь котика? Как видите, Алиса очень аккуратно играет с животными и очень любит проводить с ними время, особенно с этой малышкой. В прошлом ролике я попросила выбрать имя для этой серой красавицы. И вот что у нас получилось. Из-за того, что уже больше полугода кошечка живет у нас без имени, ну, мы называем ее просто Киса, поэтому мне было очень тяжело ей что-то выбрать. Вы же прислали огромное количество вариантов, и я прям растерялась. Потом мне приглянулось имя Милси. Короткое, милое и простое. Как думаете, подходит ей имя Милси? Ну, еще был вариант Мисти, что в переводе значит туманная. Ну, как будто она такая серенькая, как туман. Но в итоге я все-таки решила назвать ее Милси. Как-то ближе показалось это имя. Так, а вообще-то я отвлеклась от темы. Мы же смотрели, как Алиса играет с котиками. У нас по всему дому разложены игрушки не только для Алисы, но и для котиков. Такие игрушки на палочках есть почти в каждой комнате, чтобы Алиса могла играть с котиками безопасно. Безопасно и для себя, и для котиков, конечно. Эй! А куда делась звездочка? Так как она еще маленькая, иногда она может неаккуратно трогать котиков, и тогда они могут ее поцарапать. Но это бывает редко. Чаще они хорошо дружат. Эй, опять пропала звездочка! Кстати, а вы заметили, как изменилось поведение Мурки? Раньше она играла, прыгала, бегала и с удовольствием выполняла задания за колбаску. А теперь вот такие веселые кадры с Муркой – это редкость. Неужели это значит, что она выросла? Выходи! Алиса пытается забрать звездочку у Юги. Ну пусть он поиграет, а ты возьми что-нибудь другое. Какая-то неуловимая мышка. Ну вот ты и попалась. Покажи, что реально словила? Да, а ты что, во мне сомневалась? Ни капельки. Ну вот и хорошо. Посмотрим, какое задание нам попадется дальше. Так, 17-е. Покажите, как проходят занятия в школе котов. Ну, давайте посмотрим. Ну что ж, сегодня поснимаем ваши уроки. И сегодня мы покажем вам обычный день в нашей школе котов. Пойдемте. Большинство уроков у нас проходят во время работы территории. Я сегодня домашку не сделал. Только о Мурке не рассказывай. Что ты мне рассказываешь? Да я пошутил просто. Мурка мне двойку поставит. Первым делом надо проверить, не ходили ли тут чужаки, пока мы были дома. Для этого я использую свой острый нюх. Пока что незнакомых запахов я не чувствую. А ты знаешь все здешние запахи? Конечно. Ты же знаешь, что коты чувствуют запахи в 14 раз лучше людей. Ого, получается, вы обладаете суперспособностью. Юги, а ты почему не вынюхиваешь чужаков? Ну я пока что учусь. Наблюдаю за учителями. Кстати, а где дядя Малыш? Эй, что вы так делаете? У нас по плану проверка главного штаба. Дядь Малыш, я с вами. А что будем делать? Проверять главный штаб. О-о-о. Эй, вы куда? Мы еще не закончили проверку тропинок. Это можно и позже сделать. Пойдемте. Главная наша задача – это защита курочек. Поэтому главный штаб находится тут. Это идеальное место для наблюдения и охраны. А еще там тепло. Ты хорошая. Эй, ты что, меня снимаешь? Этот штаб предполагается... Я первый. Какой первый? Ну-ка подвинься. Тоже мне деловой. А вдруг тут опасность какая? Ну, дядь Малыш, я уже взрослый. Пока ты на уроке, ты под моей ответственностью. Ладно, пойду с этой стороны. О, а помните, когда мы в прятки играли, Мурка тут спряталась? Додумалась тоже. А вы, кстати, смотрели это видео, а? Что? Что там? Даже не знаю, как сказать. Я тут такое нашел. Что? Да вот досочку красивую. Ой, смешно. Ой, шутка не понимаешь. Пойдем тогда глянем, что там в смотровом окне видно. Так-так, снег еще лежит, а птичек что-то не видно. Как-то в этом году они мало к нам прилетают. И, кстати, мышей в этом году как-то меньше. Это значит, что мы хорошо справляемся. А где, кстати, Мурка ходит? Ой, малыш, смотри, что я нашла. Это же Алисина игрушка. Странно, как она могла сюда попасть? Алиса уж точно не смогла бы ее принести. Эй, детективы, ну-ка смотрите. Что? Эй, что это? Юги, аккуратно.
Что это за блестящая штука? Может, ее чужак сюда принес? Так, надо хорошенько все разнюхать. Малыш, а ты не знаешь, откуда эта игрушка? Да ладно вам, игрушка так игрушка, подумаешь. Может, она сама сюда забралась? Игрушка? Сама? Ну да, а что тут? По лестнице поднялся и все. Ладно. Я думаю, дядь малыш сам ее сюда принес, только стесняется признаваться. А вы что там шепчетесь? Не, мы ничего. Тогда бегом на следующий урок. Ладно. Бурка же там собиралась выслеживать чужаков. Бурка! Давай, Бурка, проводи свой урок, а то этот пушистый уже на перекус собрался. Юди, у тебя сейчас урок с Буркой. Ну, наконец-то. Дорожку я уже проверила, теперь корыто с водой. Ой, лапы засиделись сдать. Наша корыто полностью замерзла и покрылась снегом. Чувствую, она не скоро растает. Так а что, чужаки, не приходили? Ну, я пока не чувствую. Это хорошо. А может... Может, вы просто не чувствуете? Ты чего сказал? Да ладно. Нет, не ладно. Что? Сомневаешься в таких способностях? Я тебе сейчас устрою. Да я просто пошутил. Шутник тоже мне. И последнее на сегодня задание 18. И тут у нас просят сделать челлендж для всех. Интересненько. Для этого челленджа мы будем использовать комнату, в которой живут наши котики. И воздушные шарики, которые остались с Алисиного дня рождения. Какие красивые зелененькие. Ой! Анют, они живые! Скорее в укрытие! Баффи, подожди! Ничего не знаю. Ну а правила очень простые. Нужно пробраться сквозь шарики. Первая участница у нас Милси. Всем привет! А что у нас за праздник? Андрей, ты не заходишь? Эй, ты чё дверь закрыл? Открой! Ну вот, не люблю, когда меня закрывают. Анют, а как мне пройти к тебе? А вот ты придумай как-нибудь. Легко сказать. Они такие огромные. А что это за хвостик? Ладно. Еще и к шутке все электризуется. Давай, ты уже почти дошла. Молодец. Милси, как маленький кротик, прорывает себе тоннель сквозь шары. Эй, ты где там? Помогите. Выбралась. Поздравляю, ты первой прошла это испытание. А вы мне поставите лайк? Ну, пожалуйста. Ой, кажется, кто-то в дверь скребется. Кто это может быть? Кажется, следующему участнику не терпится пройти челлендж. Что? Какой челлендж? Заходи. Опять что-то интересное придумали. А вкусняшка будет за прохождение? Кстати, да, совсем забыла. Если вкусняшка будет, то я уже иду. О, Алиса у нас ледокол. Пробивает себе проход с помощью своей острой мордочки. Так, кажется, сюда не пройти. Может, сюда попробовать? А я почти таким же путем прошла. Милси, ты тут колбаску не видела? Какую колбаску? Вы ели колбаску? Да нет, за челленджи дают. Съела что ли? Нет. Тогда я смогу и твою порцию найти. Так нечестно. Эй, да ладно тебе. Пожалуй, надо убирать предыдущего участника, чтобы не мешал проходить следующему. А тем временем Исочка прошла испытание. Не поняла, а где моя награда? На. Что? А, вот же она. Это моя. Вот. Держи, малышка. Что ж, думаю, это было достаточно легко. А можно еще? Мы решили и для Бафюши челлендж устроить. Анют, что это? Это тебе нужно отсюда выбраться. Ой, нет, спасибо. Мне и тут хорошо. До свидания. Следующий участник у нас малыш. Эй, вы что тут опять устроили? У меня что, сегодня день рождения? Что ты смеешься? Эй, а куда дверь закрыли? Ну вот, видимо, это челлендж какой-то. Ладненько, сейчас я быстро разберусь, что с этим делать. Назад в дверь не выйти, значит, надо другой путь искать. Так, ну да, где вроде пусто. Вау, какой элегантный прыжок. А в дверь точно нельзя выйти? Давай, малыш, у меня для тебя тут вкусняшка есть. И не торопи меня. Кстати, вы заметили, что малыш нашел новый путь прохождения этого челленджа? А это хорошо или плохо? Хорошо, конечно. А откуда вы взяли столько шаров? Ну, у Алисы же день рождения недавно был. А, точно, я и забыл. Что у нас сегодня по угощениям? Отлично. Следующая участница Пупся. Ой, стоп, так ушка. Или пролезла. Здравствуйте. А, так, Анют, как мне к тебе пройти? Я уже передумала. Можно я уже пойду? Что, тебе не понравились шарики? Ну, они немножко страшные. Хорошо, тогда позовем Юги. Ой, новый челлендж. Как здорово. Мама говорит, вы эту дверь закрываете. Все-то вы друг другу рассказываете. А вы же потом меня выпустите? Нет, останешься жить тут. Что? Мы так не договаривались. Да я шучу. Ты меня так не пугай. Сюда не помещусь. А вот сюда? Так, отлично. А тут есть какой-то тайный проход. Оп, кажется, я почти выбрался. Сюда что ли пойти? Или сюда? Ладно, попробую вот этот.
Юги прям как в лабиринте проходит. Давай, давай, ползи, кротик. Здравствуйте, а вот и я. А где колбаска? Вот, смотри, какие большие. Я аж проголодался, пока проходил. И Юги получает заслуженную награду. Ну и последняя участница – Мурочка. Так, сейчас я тут со всем этим быстро разберусь. Кучу сариков наложили. Эй, куда дверь закрыли? Ну ладно, сейчас я... Или... Так, вы меня запутали. Нет, я не буду проходить по вашим правилам. О, заметьте, что Мурка и Малыш, как самые опытные, прошли именно этим путем. Да мы уже просто этих челленджей столько прошли, так что знаем уже всякие хитрости. А вы, ребят, как считаете, кто круче всех прошел это испытание? Напишите в комментариях. Ну а я пойду получать свою награду. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а у нас на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.